Его помнят, о нем знают, им гордятся. В стенах родной школы имя Валерия Начаркина на слуху. Торжественный митинг, посвященный открытию памятной доски, собрал родных и близких героя. Отдать дань памяти также пришли представители военно-патриотических и общественных организаций и другие почетные гости. Жизненный путь воина вспомнили песнями и стихами, а затем настал главный момент – торжественное открытие памятной доски. Важное событие для школы и родных Валерия Начаркина. В каждой памятной доске – это судьба молодого человека, оборвавшего свою жизнь на взлете. Вы знаете, у него могла быть ценная жизнь, могли быть дети. И это как в фильме «Зори здесь тихие», враги по этой ниточке ножом. А здесь по этой ниточке ударил осколок мины. Валерий Начаркин родился в апреле 1976 года. После окончания 25-й школы был призван в ряды Вооруженных сил России. Долг родине отдавал во внутренних войсках МВД. В 96-м служил в Чеченской республике. А когда срок службы закончился, он решил не расставаться с армией. После подготовки Валерий был откомандирован в район грузино-абхазского конфликта. А осенью 99-го снова попал в Чечню, где командовал мотострелковым взводом. Валерий трагически погиб в январе 2000-го при штурме города Грозный. Для меня он был очень хороший, очень такой, как сказать, слушался меня во всем, что я не скажу, во всем он всегда меня берег. Он у меня вот здесь в сердце, я же не могу его забыть, я жду, когда он придет. Открытие памятной доски – инициатива активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта. Цель этого шага – сохранить память о настоящем герое. И самое главное, имя Валерия Начаркина должно быть знакомо подрастающему поколению. Они будут приходить в музей, они будут смотреть на эту доску, они будут читать об этом человеке, да, читать об его подвиге. Вот. И, безусловно, это будет воспитывать в них людей, любящих родину. Памятная доска, посвященная Валерию Начаркину, заняла достойное место в школьном музее. Историю воина-патриота здесь обещают сохранить на долгие-долгие годы. Юлия Мамаева, Денис Ноздрюхин, Народные новости.